Привет, ТВ Джем, я Дмитрий Винокуров, и сегодня я хочу продемонстрировать для вас новые тренды на весну-лето 2012 года. То, что будут носить наши девушки и чем они будут удивлять в Москве и во всей России. От них зависит мода на улице. Мы сделали очень интересную форму. Это достаточно такая рваная текстура, она сейчас очень актуальна. Это тренд Селеста, девушки будущие, такие NASA-технологии. Очень интересная цветовая гамма от розовых корней, такие голубовато-сероватые корни, тем самым дается глубина. Здесь используются новые технологии. Сейчас я просто прохожу по всей стрижке и буду делать непосредственно стайлинг на голове, тем самым давать текстуру на волосах. Современные тенденции в стрижках очень актуальны именно в текстуре. На протяжении дня можно поменять направление волос. Вечером выглядеть в одном стиле, а днем совершенно в другом. И это как раз закономерность современного подхода к стрижкам. В современных стрижках очень важна текстура. Для текстуры я использую или же воск, или гель, тем самым даю возможность волосам выглядеть достаточно очень хаотично с одной стороны, но имея хорошую форму кладки, этот хаос он будет очень оправдан и очень красиво смотреться. Волосы должны напоминать что-то не похожее на волосы, но в то же время выражать индивидуальность стиля. Так же, как и в современной архитектуре, мы используем разные оттенки, сочетание холодных, теплых оттенков и такую как бы острую текстуру, дающую возможность задать динамику волосам. Должно быть такое, как движение ветра с одной стороны, что волосы имеют подвижную текстуру. Никогда не надо этого бояться. Наоборот, самые даже интересные идеи могут выглядеть очень трендово и современно на сегодняшний день. Видите, даже сочетание природных каких-то элементов, эффект меха, но в таком очень современном, таком космическом прочтении. Ну, а сейчас мы оденем нашу прекрасную модель и увидим образ в целом. Спасибо.